Отож, як ви бачите, до нашої студії завітав співорганізатор конкурсу «Мій добрий Миколаїв» Юрій Євдокимов. Вітаємо вас. Добре утро. Тож, конкурс «Мій добрий Миколаїв». Розкажи, будь ласка, про цей конкурс, коли, як він проходить і взагалі, як виникла ідея створення його? Конкурс «Мій добрий Миколаїв». Ми вирішили організувати останній проєкт завершальний в цьому році і приурочити його до Дню Святого Миколая. Поэтому награждение мы планируем провести 16 декабря, а непосредственно сбор работ будет проходить до 13 декабря. Смысл, который мы пытались заложить в конкурс, это, так как Святой Николай – покровитель детства, покровитель города Николаева, поэтому, соответственно, и такая уявная линия, которая соединяет город Николаев, детство, и также мы сюда добавили тематику защитников нашей Украины, то есть героев антитеррористической операции, поэтому, поскольку они защищают наш покой, наше мирное небо, поэтому мы хотели связать все эти три стороны для того, чтобы продемонстрировать социальную значимость, показать детям о необходимости заботы не кроме, как о себе, а также о людях, которые нас защищают. И в конечном результате мы хотим в день награждения также провести мастер-классы по изготовлению различных поделок вместе с детьми, вместе с людьми, которые не безразличны, которые придут к нам на мероприятие, и потом вместе с открытками, поздравительными открытками, с рисунками, которые дети предоставляли на наш конкурс, и поделками, которые будем мы делать непосредственно в день награждения, мы хотим это все передать в зону АТО. Збір малюнків, старт конкурсу вже розпочався. Розкажи, будь ласка, які умови конкурсу, як стати його учасником? Да, действительно, конкурс уже у нас начался с 16 числа. Если принять участие может каждый желающий, но у нас есть только возрастное ограничение. Это дети от 7 до 16 лет. Все работы мы принимаем по адресу проспект Корабелов, 12/1, поскольку мы взаимодействуем с детским центром по дошкольной работе Корабельного района. Они также принимают активное участие и в организации мероприятия, и мы решили, что все, кто желает, либо может лично занести на вахту в детский центр позашкольной работы Корабельного района, либо отправить по почте. Все эти реквизиты можно найти на информационно-новостном портале «Перша инфо», где размещены условия конкурса, либо на других информационных порталах, куда мы обращались и подавали информацию. Тематика конкурса – все, что связано с городом Николаевом, с покровителем города Николаева, а именно с Святым Николаем, с детством. Можно также изобразить любовь к городу Николаева, образ Святого Николая, любовь ко всему прекрасному, а также заботу и защиту наших военных, которые круглосуточно несут таку відповідальність за все наше государство. Збір малюнків проходить в Корабельному районі, а ось учасники, вони мають бути жителями Корабельного району чи жителі міста і області також? Ну, ми не робимо якихось обмежень, що тільки жителі Корабельного району. Ну, якщо чесно, ізначально ми орієнтувалися тільки на школи, дитячі садики Корабельного району, оскільки більш локально ми знаходимося там, ну і в зв'язку з цим працюємо іменно з людьми, які проживають територіально в Корабельному районі. Но розуміємо, що обмежувати ми не хочемо ні учасників, ні бажаючих, тому, в принципі, як і город Николаїв, так і окрестности могут принимать участие. Главное было бы желание и активность, на которую мы все-таки рассчитываем. Также хотелось бы отметить, что конкурс проходит при содействии общественной организации «Территория твоего развития» и Натальи Алексеевны Горбенко. Тоже, как я понимаю, если есть поддержка, то будут и подарунки. Соответственно, мы определили, что первое, второе, третье место у нас обязательно получат подарки. Все остальные у нас будут получать поощрительные подарки для того, чтобы в дальнейшем они проявляли большую активность, большее желание участвовать в различных конкурсах, поскольку ну, в этом есть и социальные эффекты, и эффект того, что дети могут проявить свои таланты, свою активность, могут поучаствовать, познакомиться с новыми детьми, познакомиться с какими-то новыми видами там, поделок, то есть научиться чему-то новому.
Щодо подарунків, я розумію, що час обрати їх ще є, але чи можливо є якісь вже думки щодо того, якими будуть подарунки для першого, другого та третього місця переможців? Это сюрприз. То есть мы определили уже экспертную раду, которая будет оценивать все эти рисунки. Скажу только одно, что люди с опытом работы и их мнение, я не думаю, что заставит кого-то усомниться в подлинности их решения. А щодо майстер-класів, я думаю, варто детальніше про це поговорити. Які майстер-класи готуєте? І, можливо, яка ще програма буде під час нагородження? Мастер-классы, одни из тех, что мы готовим, это будем рисовать поздравительные открытки, будем делать разные поделки из бисера, квиллинга, то есть благодаря и центру, который нам предоставит мастеров, которые нам будут помогать. Также мы приглашали наши женские активные батальоны, которые помогают военным из зоны АТО, для того, чтобы провести совместный конкурс, для того, чтобы уделить все внимание как детям, так и военным, для того, чтобы все-таки сохранить эту ценностность детства, ценностность покоя на территории Украины. Що ж, дякуємо тобі. Я думаю, що маленькі миколаївці тепер мають змогу взяти участь у конкурсі «Мій добрий Миколаїв». Я хочу сказати, що усю інформацію детальніше про конкурс ви можете знайти або у соціальній мережі на сторінці Юрія Євдокимова, або просто ввівши у пошуковий пристрій «Мій добрий Миколаїв» – конкурс у місті Миколаєві.